Да блин, я боюсь их из-за того, что они на меня безумие накладывают. Ну, сволочь, а. Короче, я сейчас мимо них просто пробегу. Кто тебя обижает? Здорово, мне никто мне не... Да все, котопес. Спасибо, что передал. Ему можешь передать привет, но я не буду разбанивать его. Блин, ребят, что такое ПВП? Перевод можно? Там всего три жеста у нее. А. Ничего, стюпид. Застрели их. Точняк! Блин, я же могу застрелить, господи. Сейчас. Я же могу застрелить. Плюс у меня огнемет есть. Сейчас все будет. Кстати, нафиг мне их убивать? Бабки дали и нормально. Чуть-чуть, правда. Ой, не, не сюда. Опять, ну. Жопу мне хочет всадить. Не, наверное, не в эту сторону. Там меня в прошлый раз прям быстро убили. А! Да блин, вы меня достали уже, число. Задолбали. Ты достал меня, ублюдочный гад. Ртутные пули дали. Платина адски сложная. Да какая нафиг платина? Ребят, пока никакой платины. Вот я... Ну, я пока просто играю. Я даже не хочу знать, что здесь надо ради платины делать. Я обожаю, конечно, платину выбивать и все такое, но я думаю, что это будет крейзи. Это будет очень сложно. Пока буду просто играть. Да, все, уже я иду. Все, везде главное надгробие, надгробие. Ого. Ой, это лес. Прикольно. Да, ради платины это надо вообще. Ну, Вова пускай там, конечно, постарается, но это очень будет сложно, мне кажется. Упс. Ё! Моё. Я не заметила, что там стоит охотник. Еще кто-то вылупился, офигеть. Ой. Это какой-то новый волк. Ай. Фу. Слышь, надо реально умереть. Я сначала прочитала уметь. Реально умереть. Ну да, перед экраном просто умрешь нафиг и все. Блин, что за тварь там вылезла из могилы? Блин, боюсь к нему идти. В этом лесу всюду стрелки. А, вон я вижу. И вон еще один. Ай, блин, попадос какой.
Рома, я тебя, кстати, может быть, тоже потом сделаю своим модератором. Ты у меня вообще всегда на стримах присутствуешь. Тех, кто на меня вылупляется, будешь банить. Йо-йо! Какой лес, тут серьезно, волки и охотники, а это вообще какое-то чудо-юдо. Дерево, человек, что ли? Не выйдет мне. Ай, блин, не выйдет, да? Потому что у тебя что-то с этим. У тебя что-то с твоим аккаунтом, да? Ёбарь, нет! Блин, как тут сложно. Ой, нифига себе. Это игра для нубов. Ну, окей. Значит, я нуб, и большинство моих друзей тоже нубы. Блин, котопёс. Ты, блин, тоже нарываешься на то, чтобы тебя забанили. Видимо, что Русофин, что его друзья вообще какие-то невежливые люди. ВКонтакте меня нет, и чё дальше? Зачем ты мне ВКонтакте не нужен? Она короткая, она унылая. Ну, блин, это твое мнение. Пускай будет так. Так ВКонтакте-то ты мне зачем? Просто кто-то задрот. Например. Давай, ударяю уже, запарят меня. Офигеть, нахрен. Сколько меня еще будут тут мочить? Поэтому якобы для нубов. А я не понимаю, как она может быть короткой? Я вот уже, не знаю, ну, несколько раз играю, как бы там по 2, по 3 часа, и мне кажется, что я до сих пор как будто бы в начале нахожусь. Почему она для нубов? Фиг его знает. У меня вообще сейчас такое ощущение, как вот в старые-старые времена, когда люди там боссов каких-то там не могут пройти, как там этого пройти, как того, где этот эликсир взять, где тот. Так вообще интересно, ну не знаю, мне очень оно нравится. Тут длина, ого-го, ну для меня она точно будет длинная. Ну, наверное, потому что, как котопёс сказала, я нуб. Наверное, из-за этого. Dark Souls вы имеете в виду? Ну, вот она для меня была сложнее, если честно. На алтари ты потрачу 50 часов. Что это было? Что это был за странный звук? Что у меня уже? Да ладно, ты есть хочешь? Ну так, ну да, баги какие-то нашли и прошли, я не удивлена. Давай, вот, иди сюда нахрен. Лут хочу забрать.
А, Вова, привет! Это же ты у нас бог Bloodborne. Вау, какая тварь! Нафиг! Нафиг, я отсюда сваливаю! Что творится в этом мире? Да ну тебя! Извините. Извините меня, пожалуйста, я просто в шоке. Ну, ты офигел, кажется. Да ты, блин, крутишься как... Юа, блин. Успокойся. Успокойся. Болотное чудовище. Ужас. Фух, да я чуть не померла сама. Да, баг есть на... Ой, мне даже это число не прочитать. Мне понравилась деревянная ведьма. Блин, это, наверное, круто. У меня пока еще никаких ведьм не было. Я еще не дошла, видимо. Но я уже предвкушаю, что будет круто. Нет! Твое ружье тебя сейчас в задницу засуну. Ой, какой-то пепел дали. О! Норм игра. А, деревня? Деревня с ведьмами, что ли? Подождите, а где же мои отголоски крови? Меня как раз здесь кто-то замочил. Что ты в меня стреляешь? Ладно, юзер говорил. Ай, я боюсь вот этого, блин, он такой сложный. Натянули его. Отстой. Отвалил. Да, во. А, подожди, а что значит жестко натянули? Что там случилось-то? Ну-ка, расскажи. То есть, там получается... Ты против кого-то, что ли, играл? Типа дефмач, что ли? Ого! Смотрите, там целая толпа. Блин, они херачат у меня. Это не отменяет того факта, что я был нагло натянут. Ой, во, блин, это жестко, конечно. Не повезло тебе. Что такое левел? Как-то что ли не хватило? Хотя ты уже столько наиграл, как такое может быть? Блин, стрелков столько. Я шел по локации, убивал, но внезапно в мою игру ворвался игрок. Ой, вообще. Это такая наглость. Не ожидал, да, такой наглости? Фу. Упс. Упс, упс, упс. Что ж вас так много-то, а? Их, конечно, вблизи вообще легко мочить.